поздравления с днем свадьбы. Пусть ваша семья будет дружной, счастливой и творческой. Кричат в гостиной: браво, бис, тебе, блистательный Денис. Все роли для тебя подвластны. Ромео был, ну, очень страстный. А Бальзаминов, Хлестаков, не в бровь, а в глаз, без дураков. Ты из семьи библиотечный, и любим мы тебя сердечно. Поздравляю. Видео, да. Вы готовьте свои слова добавления к поздравлению о том, что Денис совершил такую радость. Сегодня в праздничный семьи спешим сказать тебе, что очень ценим, желаем счастья и любви. И верим, что в года твои герой-любовник не один еще тобою сыгран будет. Кто так любим и сам так любит, на нашей сцене лучшим будет. Уважаемые Денис и Олеся, от всей души поздравляем вас с этим радостным событием, днем вашего бракосочетания. Это радостный такой в вашей жизни мероприятие, к которому вы долго шли. И мы, коллеги Дениса, мы всегда его любим, сопереживаем. Мы желаем, чтобы в его жизни было как можно хорошего, позитивного и доброго. Встреча с Олесей – это как раз именно то. Поэтому от всей души хотим пожелать ему крепкой семейной жизни, благополучия, радостных, счастливых голосов. И чтобы главное в его жизни – все было наполнено счастьем, радостью и любовью. Денис, от всей души тебя поздравляем с маленьким нашим коллективом. Здоровья и всего самого хорошего. Но, к сожалению, не все мы артисты. Мы костюмеры, художники и сценаристы. Вы не судите нас строго сейчас. Песню примите в подарок от нас. Здоровья вам и еще совместных деточек побольше. 6, 7, 8. Чтобы все было хорошо. Счастье в твоей вашей жизни. Пусть у вас будет все достаток, здоровье и всего самого лучшего. Ну, а теперь все дружно мы скажем. Поздравляем! Хотелось бы процитировать Конфуция. Жизнь. Это бывало вот так вот идёшь, идёшь. Остановилась. Подумал. Потом опять идёшь. Идёшь. И потом идёшь. И потом вдруг. Ты встречаешь своего человека. Да. Дорогие наши ребяточки, мы поздравляем вас с бракосочетанием. И на самом деле хотим, пожалуй, только одного. Чтобы вы были просто счастливы. Поздравляем! Поздравляем! Дорогие ребята, Денис и Олесенька, по праву самой старшей из рода Байбаковых, я особенно горячо вас поздравляю от своего имени и от имени незабываемых бабушки и дедушки, потому что они сейчас бы были вместе с вами, счастливы, так же, как вместе с вами счастливы мы. Я желаю вам того, чем обладали они, этого огромной любви до самого последнего дня, огромного
желание помочь друг другу в любой жизненной ситуации до самого последнего дня. И я желаю, чтобы вот так, как и я, 65 лет, 66, вот опять обманула, ну, женщина, вы бы своим племянникам двоюродным, своим детям, своим внукам вот так же пожелали сохранять традиции нашей семьи, быть счастливыми, быть любимыми, быть доброжелательными. И желаю вам самого хорошего, как всегда. Я вас очень люблю.